Во Франции вспоминают погибших при атаке террористов на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо». Это произошло ровно год назад. Центром поминальных мероприятий станет площадь Республики в Париже. Там уже начинают собираться люди. Дань памяти отдадут и жертвам ноябрьских терактов. По всей стране сейчас повышены меры безопасности, под усиленной охраной и редакция «Шарли». Ее новый адрес держится в секрете. Тем не менее, в годовщину теракта журнал вновь выходит с провокационной обложкой, уже вызвавшей недоумение у представителей различных конфессий. Напомню, во время нападения на «Шарли Эбдо» погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. За операцией по обезвреживанию террористов мир следил несколько дней.